Незнакомец, послушай-ка меня. Чего там еще? Я отвечаю за безопасность этого места. Перед тем, как кто-то здесь чем-то тебе поможет, ты должен будешь убедить меня в том, что сам готов что-то сделать на благо Черноводья. Таковы правила. И кто придумал эти правила? Я! Ну ладно, и чего ты от меня хочешь? В последнее время нам здесь изрядно досаждают жабоящеры. Разори их гнезда и принеси мне их яйца в качестве доказательства того, что ты это сделал. Найдешь меня в болотной лилии. Это самая крупная постройка во всем поселении. И где найти гнезда этих жабоящеров? К северо-востоку от Тушу точно есть полдюжины их гнезд. Там и ищи. Что вообще происходит в Черноводье? Болтать будем потом. Сейчас у тебя есть работа.
Как дела, приятель? Эй, командир, не окажешь мне одну услугу, а? А с чего это я бы вдруг стал оказывать тебе услугу? Я бы помог тебе разбогатеть. Да-да, кто еще, кроме кашляющего дохляка среди болот, поможет мне разбогатеть? Не суди скоро. Найди мою сумку, и тогда увидишь. А для чего мне еще искать твою сумку? Сумку ты можешь оставить себе, командир. Она ценная, расшита узорами и все такое. А мне нужно ее содержимое. Вот незадача. Меня почему-то тоже больше интересует содержимое. Это мои личные вещи. Тебе от них не будет совершенно никакой пользы. Тебе нужна сумка? Вот такая? Прекрасно, командир, прекрасно. Содержимое мне, сумку тебе, а так? Прекрасная сумка с золотыми узорами. Даже твое имя на ней вышито. Ты у нас, стало быть, Борон? Что? Какой Борон? Не может быть. Ну, я тогда самого Борона и спрошу. Командир, постой! В этом нет никакой необходимости. Вот твои яйца. Доволен? Ты делаешь это не для меня, а во благо Черноводья. И ты, мой друг, доказал, что его интересы тебе не чужды. Теперь мы можем поговорить? Да, теперь можем. Чего ты желаешь знать? Чем ты здесь занимаешься? Я пришел в Черноводье уже довольно давно. Это место буквально заворожило меня с первого взгляда. Именно здесь я обрел покой и смог, наконец, расстаться с прошлым. Дурные сны оставили меня. И в тот же миг я понял, что мне суждено остаться здесь. Что у тебя было в прошлом? Это долгая история. Я раньше был паладином и участвовал во многих сражениях. Теперь я очень сожалею об этом. Теперь я делаю все, что могу во имя добра. Да и потом, Черноводье нуждается в моей помощи. Паладины убили мою семью. Что ты можешь рассказать мне о них? Ну тогда ты понимаешь, что я хотел сказать. Фанатизм и нетерпимость паладинов крепнут с каждым днем. Робор ведет их не тем путем. Прими мои соболезнования. Я скорблю о гибели твоей семьи. А Черноводье действительно нуждается в твоей помощи? Я чувствую себя обязанным помогать этим людям. Они живут словно бабочки-однодневки. Ни морали, ни общественного сознания. Я делаю все возможное для обеспечения безопасности и поддержания порядка. Увы, не все понимают необходимости этих мер. До местных все доходит ужасно долго. И что ты делаешь в том случае, если до кого-то не доходит совсем? Тогда им приходится уйти. Паршивая овца портит все стадо, а я таких распознаю быстро. Для этого я и подвергаю испытаниям всех чужестранцев. А что ты предпринимаешь в том случае, если кто-то отказывается уйти по-хорошему? О, я противник насилия. В свое время его было в моей жизни предостаточно. И я не хочу к этому возвращаться. Оно слепляет и туманит разум. Но если уж меня переполняет праведный гнев, то горе тому, на кого он падет. Я не потерплю в Черноводье ни насилия, ни проявлений порочности. Попомни мои слова.
А что ты думаешь о магах? Они не ценят того, что я делаю для Черноводья. Им бы следовало поговорить со мной. Но они меня просто игнорируют. А я многое мог бы сделать и для них, и для их дерева. Я смог бы поддержать их и защитить. Да прибудет с тобой Иннос. Привет, дорогуша. Тебя часом зелья не интересуют? А что, ты в них хорошо разбираешься? Ну, не то чтобы слишком. Это у меня так, скорее хобби. Но в любом случае, прежде чем я тебя чему-то научу, я попрошу тебя об одолжении. Ну, понятно, что даром ничего не делается. Что тебе нужно? Меня снова беспокоят суставы. Все это проклятая влажность. Чёртовы болото. Я знаю рецепт мази, которая могла бы мне помочь. Но для нее мне понадобится дюжина паутинок болотных пауков. Собери мне эти паутинки, а я за это научу тебя, как варить полезные зелья. Что ж, я с радостью помогу тебе, если ты научишь меня паре рецептов. А где мне найти этих болотных пауков? Они живут на берегах прудов и у еланей. Они опасны? Нет, совершенно нет. Это маленькие, совершенно безобидные паучки. Но сети они плетут очень большие. Ладно, я посмотрю. Если найду паутинки, которые тебе нужны, то соберу их и принесу тебе. Я ищу двух магов. Они на медне заглядывали в архивы Сильверлейка. Маги у нас по грязи не шляются, дорогуша. Попробуй порасспрашивать Гелану. Найдешь ее у входа на дерево. Только осторожней с ней, она шибко остра на язык. Какого ты мнения о Либоросе? Он как раз то, в чем нуждается Черноводье. Справедливый, несгибаемый, волевой. Он обеспечивает порядок, мир и безопасность. Он гарантирует нам порядок, мир и безопасность. И заботится о нашем благополучии. Мне вот, например, он принес полдюжины яиц жабы-ящеров. И из них вышел просто огромный омлет. Яйца жабы-ящеров. Ты представляешь? Он такой смельчак. Похоже, что Либорос пришелся по душе всем жителям деревни. Не всем. Борон, Шейкс и некоторые другие его недолюбливают. И все же я надеюсь, что он задержится у нас надолго. Что ты можешь рассказать мне о Бороне? Очень ненадежный и скользкий тип. Перекупает и перепродает все подряд, до чего руки дотянутся. Либорос не поощряет торговлю спиртным и болотником. Но пока что он не смог схватить Борона за руку. Что ты можешь рассказать мне о Шейксе? Он работает на Борона. Здесь он бывает редко. Все больше торчит в своей хижине на болоте. Одному Инусу ведомо, чем он там занимается. А где находится хижина Шейкса? К юго-востоку отсюда, глубоко в болотах. Что ты думаешь о здешних магах? На мой вкус, больно уж они надменны. Сюда только Вултус иногда приходит выпить медовухи, да и то нечасто. А, вот Гелана недавно тоже была. Я аж глазам своим не поверила. А чего надо было Гелане? Искала свою соломенную шляпу и, как обычно, задирала нос. Но я ей ничем помочь не смогла. Откуда я знаю, куда она задевала эту свою идиотскую шляпу? Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Приветствую.
Искатель приключений. Родственная душа, можно сказать. Привет. Ты это мне? Ну, конечно. Слушай, я пришел сюда еще до войны, чтобы найти один легендарный артефакт. Ну и? Ты его нашел? Если бы. Нет. Я нашел разве что болотную лихорадку. Уже потерял счет неделям, сколько с постели встать не могу. Но мне очень нужен этот артефакт. И что же это такое? Легендарный потир. Он бы прекрасно смотрелся в моей коллекции. А что мне за выгода, если я найду для тебя этот твой потир? Я научу тебя, как изготовить один очень полезный амулет. Да? Ты умеешь изготавливать амулеты? Да. Много лет назад меня этому обучил один кузнец в Харинисе. Ладно, что тебе известно об этом потире? Его нашел в своих странствиях знаменитый маг Ватрас. Он назвал его «Водяной потир». С ним он отправил в тушу своего ученика. Предполагалось, что этот потир будут изучать. Ну и что с ними в итоге случилось? Он потерялся. Ученик Ватраса так и не добрался до тушу. Я хотел было пойти по его следам, но это проклятая лихорадка. И где мне искать этот водяной потир? Следопыт, с которым я перебросился парой слов, утверждал, что след ученика обрывался в гоблинской пещере, что находится к западу от Черноводья. Он сам не рискнул полезть туда. А что ты делаешь здесь, в Черноводье? Я исследователь и первооткрыватель. Собираю сокровища и артефакты. Собственно, вот за этим я и здесь. Я прослышал в Ситарифе о водяном потире и немедля поспешил в путь. Но тут началась эта чертова война, а я подхватил лихорадку. И теперь я тут застрял. Ни домой не могу вернуться, ни заняться поисками потира. Это просто ужасно. Ты из Ситарифа? Да. Там у меня дом. Там же находится и моя коллекция. Я слышал, что Ситариф был осажден этим проклятым королем Мертаны. Надеюсь, что моя коллекция не пострадает. А что у тебя, болотная лихорадка? Ага. Уже несколько недель как. Я на ногах-то стоять не могу. Не то что ходить по экспедициям. Как дела, приятель? Не, не пойдет.
Эй! Да это же моя сумка! Да, на ней вышито твое имя. Ее у меня кто-то украл. Ты украл, небось? Признавайся! Я? Конечно, нет. Я ее нашел в болоте. Сколько ты мне заплатишь, если я ее тебе верну? Я заплачу тебе за нее золотом. Хорошо, забирай сумку. Давай-ка посмотрим. Эй! Эй! Да она же пуста! Можешь забыть про свое золото. Мы договаривались о плате за саму сумку. О содержимом никакой речи не шло. Получил сумку, давай золото. Постой, постой! Я заплачу тебе вдвое, если ты отыщешь то, что в ней было. А что в ней было? Нордмарский дымок. Очень хороший спиртной напиток. Здесь, в болотах, он очень ценится. Ладно, я принесу тебе твой нордмарский дымок. Мне нужно поговорить с магами. Поговори с Геланой. Она хранительница корней. Она знает в ту уши у каждого мага. Лезь по лестнице, ведущей на дерево. Она должна быть где-то там. Что ты думаешь о Либоросе? Неприятный тип. Очень самоуверенный и самодовольный. Бесит просто, короче. Ты боишься Либороса? Да дело не в том, боишься или не боишься. С этим ублюдком просто вообще невозможно разговаривать. Принципы, законы и прочая муть. Больше он ничего даже слушать не желает. А моя чертова жизнь сплошь одни компромиссы. А что за законы придумал вам Либорос? Никакого насилия, никакой контрабанды, никакого болотника и алкоголя. Ну и как прикажете жить? Мне же нужно вести дела. А что ты думаешь о магах? Ну, было бы неплохо, если бы они как-то помогали простым людям. Но они, кроме себя, вокруг, словно ничего не замечают. Что ты можешь мне предложить?